Итак, вопрос. Вопросы еще не закончились? Когда вопросы закончатся, станет неинтересно. Почему? Потому что я раскушу тебя и узнаю твои тайны. После того, как ты узнаешь человека, он становится тебе неинтересным? Ну почему же? Я этого не говорила. Ну-ка, ну-ка. Похоже, ты покраснела. Не меняй тему разговора. Итак, вопрос. Выбери одного из двух. Ты предпочитаешь быть рыбаком или рыбой? Ни тем, ни другим. Нужно выбрать из двух вариантов. Люди всегда так говорят. Мне кажется, ты рыбак. А я, скорее всего, рыба. Это просто ужасно. Как их жалко. Жалко. Прости, друг, я не нарочно. Смотреть же надо. Ты прав, извини. Смотри, смотри, они уплывают. Сейчас рядом со мной настоящий герой. Может, я притворяюсь? Конечно. Не смотри, что я веду себя как ребенок. Я прекрасно разбираюсь в людях. Да что ты? Ты хочешь казаться таинственным, холодным, отстраненным, но на самом деле ты хороший человек. Или я не права? А если нет? Если ты ошибаешься? Может, ты ошибаешься? Тогда у нас есть дела. Да, верно, у нас есть дела. Что опять? Что? У меня покраснело лицо. С такого расстояния не видно. Извини. Хорошо, где вы? Она в магазине недавно пришла. Ты приедешь? Да, еду. Через 5 минут буду там. Жди меня. Работа. Важные дела? Да, одна встреча. Нужно уладить одно дело. Это срочно. Каким ты сразу стал серьезным? Совсем другой человек. Ты даже не представляешь. Хочешь поужинать со мной? Здравствуйте. Я друг Камиля из службы безопасности. А его нет, мы в разводе. Я знаю. От него давно ни слуху, ни духу. Попросили заглянуть, узнать, в чем дело. Вот я здесь. Вы решили сделать это только сейчас, да? Простите, я... Камиль в порядке. Он уже 3 года не пьет. Передайте своим приятелям, что он бросил азартные игры. Прекрасно, прекрасно. А что произошло? Один человек помог ему. Эзель... Вы его знаете. Пусть Всевышний будет доволен им. Он сделал то, что не смогли сделать другие. Он сделал это. И что он сделал? Мой муж чуть не умер. Вот ты бы протянул руку тому, кто умирает. А он протянул. Дядя, а ты друг моего папы? Передай ему, пусть приходит домой. Мехмед, зайди в дом. Он скучает по отцу. Он не приходит? Нет, не приходит. Не может простить. И он прав. Эзель подарил ему жизнь. Он очень хороший человек. Очень хороший. Точно. Он умрет за него, да?